Здравствуйте всем! Приветствую вас на своем канале. Сегодня мы приготовим царскую Пасху с малиновым вареньем. Размягченное сливочное масло смешиваем с сахарной пудрой. Добавляем измельченные вареные желтки. Творог предварительно протираем через сито и добавляем к смеси. Потом вмешиваем варенье. В отдельной посуде взбиваем холодные сливки до мягких пиков. Соединяем их с основной смесью. В конце добавляем цукаты. Пасочницу изнутри выкладываем марлей. Выкладываем в нее творожную смесь и плотно утрамбовываем. Накрываем и ставим сверху груз. Отправляем в холодильник на ночь. На следующий день достаем Пасху из формы и подаем на стол. Благодаря малиновому варенью царская Пасха получается очень нарядная и ароматная. Она создает поистине весеннее праздничное настроение. Вы также можете приготовить Пасху с белым шоколадом, рецепт которой уже размещен на моем канале. Ссылка под этим видео. Приятного аппетита и до скорой встречи на канале «Лимонный щербет».